Доброго времени суток тебе, друг мой. Продолжаем. И, наверное, заканчиваем сегодня. Посмотрим. Ну, хочется верить. Я, знаешь, подумал вот сюда еще одно окошко поставить. Тоже стена каменная, вот покажем ее эту фактуру. Вот такими вот запятыми делаешь камушки. Смотри, это будет хорошо смотреться на переднем плане, да? Если я сейчас сюда вот полезу, нет, то тут уже оно это не сыграет. Здесь нам лучше вот чисто вот такие вот рефлексы показать. Какие цветовые, да? И будет достаточно.
Взяли поверх и сразу свет показали. Поверх темного, да? Чуть-чуть светлого. Зелени не хватает здесь. Лосоватое дерево у нас какое-то получилось. Сейчас мы это исправим.
акценты света. Прямо вот так набрасывая. Импровизируешь, уже смотришь, где у тебя не хватает света, туда подбрасываешь. Вот эта постройка, я так понял, она за вот этим домом. Поэтому смотри, вот так берем уголок и смело выделяешь. А этот, чтобы туда чуть-чуть закрыть, да? Оттеняешь. Не белым, бежевым, не чистыми белилами работаю. Ну и что, еще вот что хороша такая техника, ты когда начинаешь мастихином писать, да? Ну и боишься, чтобы какие-то совсем там детские цвета у тебя получились.
они все равно перемешиваются. И вот это вот придает, конечно, какой-то, ну, индивидуальность какой-то работе. Тут, видишь, вот более холодные цвета. Тоже светлое, да, но уже с оттенками ФЦ, синего. Третий сеанс работы всегда не просто дается. Если первый, второй, ну, первый в основном, он залетает, да, потом уже все-таки силы не те.
Если какая-то часть сложная тебе кажется, да? Ну вот прям вот не идет, зараза. Ну, поставь на этом месте что-то другое. Ничего страшного. Потому что бывает действительно, особенно если это архитектура, да, ну, конечно, она требует где-то точности. Какую бы мы с тобой технику не использовали. Пусть такое что-то будет, да? Все равно по-своему что-то интересное получилось.
Все-таки вот эта часть, она темнее. Она прям значительно темнее. Видишь, не добрал, да? Ничего страшного, не бойся, берешь и добираешь по цвету. Коричневый, фиолетовый, погнал. Я там трубу увидел, оказывается, там труба есть. Можно бить, да? А можно вот так чуть-чуть касаясь.
как бы прилепливая, да, так и обратно. Прилепил, раз ее обратно быстренько. Надышался я уже краски. Я чихаю все же. Thank you.
Сразу смотри, где у тебя акцентов не хватает. Раз, подбросил.